А вот это вот Алексей Будаев, мой спонсор. Какая презентация, Дёня, ты расскажешь прямо. А чем он занимается, Дёня, расскажи. Он спонсирует Дёня. Спонсирует Дёня? Ну, спонсор же должен спонсировать. Спонсировать? Да, он меня спонсирует. Дёня, ты должен взрываться уже, я не знаю. Дёня, ну ничего, он взорвался что-то, да. Когда ты, вчера? Сегодня? Да, вчера. Вчера взорвался, заработал... Опа-на. Заработал 150 баксов, да? Да, прикольно. Да, вот у Алексея появилось новое хобби. Сегодняшний вечер он проводит за фотоаппаратом. Папарацци. Он где-то нашел фотоаппарат, в море купался там. А тут 120 человек, можно не только фотоаппарат найти. Ну. Так что вот, приезжайте сюда, найдете, что захотите. Уже с детьми даже уедете.